Красивая и благоустроенная набережная вдоль улицы Парковой является гордостью и любимым местом отдыха ильичевцев. Но прибрежная территория дальше, вдоль улицы Набережной по направлению к яхт-клубу, долгое время была неустроенной и неприглядной. Пришло время это изменить. И по итогам выездного совещания, проведенного 23 ноября городским головой, предприятия «Автодор» и «Зеленхоз» взялись за полное преображение берега. Несмотря на прохладную погоду, на берегу моря всегда гуляют наши горожане, часто с детьми. Наш город небольшой, и каждый метр прибрежной полосы является огромной ценностью. Ильичевцы давно ждали продолжения благоустройства берега, которое и было начато в конце ноября. Уборку и планирование береговой полосы в районе канализационно-насосной станции выполнило предприятие «Автодор». Там был пустырь, ниже стадиона росла трава по пояс. А туда дальше, ближе к морю, была настоящая свалка. За две недели убрано и перепланировано 11 тысяч метров побережья. Сформировано 2500 метров откосов, вывезено около 1000 тонн грунта. Было вывезено порядка 700 кубов мусора, потому что площадь этой свалки была 2500 квадратных метров. Результаты работы видны сразу. Теперь надо сберечь чистоту и порядок. Как было... И как стало, это небо и земля. Единственная просьба к жителям города, что это наш родной город. Мне просто, честно говоря, было даже стыдно видеть, как мы это все вывозим. За наши жители. И я уверен, что это не приехали с улицы Карла Маркса и не высыпали там мусор. Это мусор высыпался в ближайших строений. Линия городского пляжа увеличится на несколько сотен метров. Морское побережье – одно из самых главных богатств нашего города. И, конечно, нужно, чтобы пляжи Ильичевска были комфортными и красивыми. На сформированных откосах работники предприятия «Зеленхоз» высаживают многолетний кустарник «Тамарикс». Это неприхотливое растение поможет избежать эрозирования грунта и заодно будет дополнительным зеленым украшением берега.